Ну и еще раз здравствуйте, это снова «Курящий из окна». Что-то я не планировал сегодня записывать ничего больше, но... С одной стороны, немножко захотелось, с другой стороны, просто самому интересно, потому что давно я это хотел поделать, как только появилась такая возможность. И, пожалуй, сейчас мы просто попробуем поиграть в «Я зомби бесконечно». Мне интересно, сколько уровней я пройду, сколько волн выдержу. Ну и, пожалуй, что даже начнем прямо сейчас, а дальше уже будем смотреть, сколько... Вернее, не сколько, а что делать, как делать, на чем заканчивать, потому что если это будет дольше 20 минут, мне придется резать это на несколько серий, если меньше, то будет несколько стыдно, но пока что приступим. Наверное, эту линию мы будем есть довольно просто, вот так вот. Тут нету ничего такого неприятного. Хотя нет, звездочка, блин, есть, не заметил я ее, но все равно. Немножко мы получили, чего я хотел. Да, звездочка неприятная вещь. Наверное, ее как раз надо вытянуть... Отдельно, хотя... Почему отдельно, с другой стороны? Можно, в принципе, просто ее съесть. Я думаю, что даже вот этот товарищ вполне осилит съесть все, что мне надо. Главное, чтобы он эту замораживалку съел. А этого он уже нормально осилит, а дальше по нему стреляться будет просто нечем, и магнит тоже не сможет с него ничего снять. Так что я думаю, это получится вполне нормально. У нас-то основная задача здесь, в принципе, экономить солнышки, насколько я понимаю. Я вот не помню, на следующую волну солнца передаются или нет все-таки. Да, и интересно, опять-таки, эта звездочка умеет стрелять по своей же линии или все-таки нет? Если не умеет, то все хорошо, мы сейчас выиграем эту линию. Если умеет, то будет немножко обидно, конечно, но не сильно. Да, умеет. Блин, немножко не успел, но ладно, все равно. Примерно то, чего я хотел, я добился. Хотя, конечно, далеко не совсем того, чего я хотел, с другой стороны. Ну ладно, давайте тогда не будем выделываться, попробуем еще раз этим запустить. Я думаю, что в этот раз его не успеют убить, потому что у него колпачок сохранится. И как только он звездочку съест, так сразу пошлем маленького зомби, чтобы он прямо устраивал разброд и шатание во всей этой толпе. Пока что, кстати, можно вполне сюда его пустить, пускай он грызет это все. Потому что здесь его съест только... этот зубастик, но пока его будет есть зубастик, мы еще одного пустим, и он, наверное, эту линию тоже съест. Просто мне интересно посмотреть, действительно, солнышки сохраняются на следующий уровень или нет. Если да, то, конечно, надо экономить вообще, если нет, то можно позволять себе такие разные странности, потому что разные странности на этом участке я любил себе устраивать. Да, пока что вполне активно едят, да, и пока он его жует, сейчас мы жуем сами, и этого тоже, соответственно... Так, по этой линии у нас кто выживет, интересно? Вот я не помню, этот в колпачке выживет все-таки или все-таки не сумеет на колючках выжить, а? Не помню. Так, еще одного, блин, по этой линии придется спускать. Давайте рискнем, проверим, заодно выдерживает вообще он или нет. Ну хотя да, если эта стрелялка еще есть, то он по-любому не выдержит. Это я, конечно, зря так заэкспериментировал. Так, ну вот здесь, я думаю, он точно должен выдержать. Хотя бы вот эти два растения уничтожить. Ближайшие. Так, идешь, идешь, идешь. Рука не отваливайся, рука не отваливайся. Рука не отваливайся. Отвалилась рука. Ну, хотя бы голова-то не отваливайся, а. Ну, блин, отвалилась все-таки. Но по-любому еще одного такого хватит, чтобы выжили по этой линии. Этот не выживет, а этот будет уже слишком жирно для того, чтобы он пошел. Так, вот это я не помню, успеет он или не успеет. Хм, давайте тоже проверим. У нас вообще задача проверять. На что их хватает, на что не хватает, тех, кого мы посылаем. Но вот мне кажется, что его... Сейчас я микрофон поправлю, простите. А, все. Я перестал лезть к вам в уши руками. Так, это все получилось, но этот должен все-таки хватить, пока с него даже шапку не сняли. Угу. Ну давайте, давай быстрее. О, получилось. Последний мозг. Все. Текущий страйк 1. Да, все-таки называлось это, по-моему, волнами тоже. В другом переводе, в котором я все это пробовал делать. Ну ладно, страйки так страйки. О, только не знаю, как это в описании на ютубе будет указывать, потому что я думаю, мало кто знает слово страйк. Именно в применении к этой игре. Хотя это вообще, по-моему, единственный официальный перевод, который я встречал. Так, что мы тут можем сделать? Здесь нам надо первым делом... Наверное, вот эту вот линию уничтожить, чтобы не было этих стрелялок. Я думаю, даже... магниты здесь есть рядом? Не, магнитов нету. Значит, можно, по сути, и этого пустить.
Этот, по-моему, магнит вот этот не сумеет притянуть, он только на две линии по бокам умеет тянуть. Да, кстати, солнышки сохраняются. Это хорошо, это приятно. Очень приятно. Царь, так, сейчас мы этого съедим, и сюда я пущу обычного зомби в колпачке. Только главное, съешься. Чё ж ты так уничтожаешься-то по-быстрому, а? Ну давай хотя бы это съешь. А потом я тебе звездочку уничтожу. Ну съешь? Съел. Молодец. Так. Это уже не страшно. Этот, я думаю, даже сумеет пройти до конца, если сильно постарается, если его сейчас эта колючка быстро не уничтожит. Да, сумел. Так, теперь. Так. Ну, в принципе, эту линию можно немножко поуничтожать маленькими зомбими. Насколько успею. А спорогриб так далеко бьет, оказывается? Не ожидал, если честно. Давайте его просто вытянем. Это не закроет? Не закроет. Она тоже закрывает только на две линии вокруг себя. Так, соответственно, здесь теперь идем по-простому. Вот так вот. Здесь у нас ничего сильно веселого нет, у нас здесь чисто логика такая. По сути, как в тех же шахматах, только шахматы раз в 1000 сложнее. Так, эту линию мы тоже уничтожили благополучно, и теперь надо додуматься, как бы с наименьшими затратами уничтожить 3 оставшихся. Ну, это первое дело, естественно, нет, блин. Вот этот вот уничтожит все-таки его. Тогда, наверное, вот так вот, двумя колпачками я сумею эту линию уничтожить. Если на него потратится вот этот кабачок, то значит двумя колпачками. Да, прыгаешь, и дальше мы уже должны дойти, бы этот не должен по-быстрому его расстрелять. Вот сюда вот нужен кто-то такой, кто-то плотненький. С одной стороны, но с другой стороны и не очень, потому что... Ну-то я думаю, все-таки зомби в ведре должен успеть дойти. Сюда сначала это, потом... Блин, успеете убить, значит придется все-таки этого, наверное. Потому что здесь и это обстреливают. Этого бы они просто убили, пока он до мина не дойдет. А до мина он все-таки нужно, чтобы дошел. А вот здесь, я думаю, даже все-таки выживет наш зомби в ведре. Остается только ждать, чего из этого получится. Сумеет он эту выдернуть или не сумеет. Я думаю, все-таки сумеет. Она маленькая, он должен ее успеть съесть. Хотя вот эти вот тормозилки, они очень сильно вредят, если честно. Я не очень рассчитывал, что они тут будут. Да. Ну чего, ты очнешься или тебя так и будут замораживать? Да, тебя так и будут замораживать, значит пускаем. Значит пускаем. Кого пустить-то? Не, пока никого не пускаем. Ну давай ты еще помри, а? Ну не помрешь. Успеешь съесть, руку тебе съедят, но голову не успеют все-таки. Да, я прав. Не успели. А может, кстати, тебя и не уничтожат. Только, правда, это все очень длинно происходит как-то. Ну давайте еще повеселимся, этого маленького зомби тоже потратим. Чтобы на него тратились либо выстрелы. Это, ну да, долго же они тратились, однако. Можно было, конечно, и не издеваться. Так, ну хорошо, что-то вы меня немножко подздолбали. Давайте тогда я... Повеселиться, непонятно чем. Ну давайте тогда, ладно, еще одного. Хотя нет, не еще одного. Вот зомби с лестницей, по сути, должен бы их суметь победить, мне так кажется, потому что пока что у него лестница, хотя, конечно, сверху у него защиты нету, но все равно его лестница по-любому нам поможет. Он как без лестницы остается, он очень такой, очень хрупким становится. Ну, собственно говоря, да, по-моему, ему все-таки сейчас что-нибудь отстрелят, не успеет он победить. Или успеет? Ну, как обидно-то, а? Ну ладно, еще одного, значит, блин, и поставил я его вовремя, когда к нему еще снаряд подлетал. Но этим мы точно победим. Даже вариантов тут сильно нету. Записываю я примерно 10 минут сейчас. И мне кажется, это довольно сильно затянется. Так что даже не знаю, делить на две части, не делить, если что-то получится действительно хорошо. Посмотрим. Просто не знаю, прощаться или не прощаться там надо будет. Так, ну пока что это без разницы. Да, текущий страйк 2. И чё бы нам дальше делать? Да. Вот это вот, блин, звездочка, и это нехорошо, это нехорошо. Магнит. Но, по сути, эту линию выедать надо первой. Только, конечно, надо бы и звездочку, и вот это вытянуть. Соответственно, эту линию надо первой выедать. В принципе, она не такая сильно защищенная. Но давайте на нее потратим тупо. Хотя нет, даже не тупо. Зачем тупо? Я думаю... А, нет, блин. Магнит этот не в тему.
Давайте сначала съедим магнит тогда. Я думаю, этот успеет съесть магнит, пока его не уничтожит никто. А потом пустим зомби в ведре, и он нам благополучно уничтожит всю эту линию. Так, пока у нас здесь разборки происходят, можно еще что-нибудь подумать. Куда и чего. Ну, в принципе... Так. В принципе, сюда нам, наверное, хватит... Блин, этот не умеет колючки проходить, он на колючках запорится. Значит, придется этого тратить все-таки. Этого... Блин. Ну ладно, давайте тогда по-хитрому, вот так, чтобы точно не убили уж. По сути, зомби в ведре у нас довольно крепкие. Так, сейчас звездочку уничтожу, можно будет легко эту линию съедать. Уничтожил звездочку? Уничтожил, больше звездочек нету, и, по-моему, его никто не убьет. Да, примерно так и получается. Делаем. Так, и еще одного, чтобы пока этот не проживал. Так, сейчас я соберусь с мыслями. Потому что я чувствую, все-таки эта серия у нас будет довольно длинная, почти как по Айзеку. Хотя, может, и нет, но у меня уже 1500 звезд. Кстати, возможно, я даже здесь, если нам засчитают за достижение в пазле, сумею собрать 8000 солнца, а может, и не сумею. Так, здесь чего бы сделать? Да, здесь вот это. Сейчас он уничтожится на мине, я пошлю еще одного и буду думать, как с этой линией разбираться. Уничтожишься? Ну давайте вот так вот пустим его уже за спиной. Так, вот здесь нужен кто-то довольно сильный, но не очень. Потому что здесь будет кабачок, и он по-любому все равно уничтожит, и будет обидно. Но я так думаю, вот этого вот можно попробовать. Я думаю, его не уничтожит, пока он гриб не съест. Должен он успеть дойти до кабачка, и да, он доходит в принципе. Ну, здесь пускаем товарища в ведре. Я так думаю. Ну и, в принципе, остается только ждать. Можно было бы и с лестницей, но с лестницей у нас погибнет на этих. На колючках. Да, в принципе, я думаю, я нигде прощаться не буду. По течению серии. Если вдруг мне придется делить это на несколько серий, если будет там больше 25 минут, то просто буду резать в удобном для меня месте. А вы уж не обижайтесь, вы примерно знаете, что... У меня так уже бывало, и чего от этого ожидать? Ну ешь быстрее, мне скучно. И зрителям тоже скучно. Ешь. Жри. О, съел. Ну и теперь прямо на пролом. Блин, аж обидно будет, если он сейчас помрет, у него уже ведерко изменилось. Я думаю, все-таки колючки он должен суметь пройти, а? У него же еще рука может отваливаться. Так, ведерко, держись. Да, победим. Победили. Текущий страйк 3. Он пока еще сильную артиллерию вообще не задействовал, но в принципе можно будет попробовать, потому что они хорошо жрут, по сути. Надо освободить одну линию и пустить по ней зомби танцора. Вот как раз здесь это можно будет сделать, потому что если солнца вообще нету, можно просто дойти до конца и все. Я так думаю, даже можно попробовать и просто его запустить. И уже дальше смотреть, что из этого получится. Кстати, вообще странно, я сравнил, но только не убейся сразу, а? Да, не убился, все-таки это хорошо. Что в первых сериях у меня зомби-танцор почему-то был действительно другой. Да, конечно, моя попытка завершилась полным фиаско. Слишком сильная первая линия была, надо было ее уничтожать, потом уже пускать танцора. Ну ладно, давайте сначала уничтожим эту линию. Блин, молодец я. Про 25 минут заговорил, сейчас проиграю очень быстро, потому что потратил лишних почти 500 солнца. Ладно, я думаю, все равно я сумею эту линию уничтожить, если этот магнит быстро, блин, а этот магнит именно быстро. Но все равно зомби-танцор уже не так сильно покоцают, я так думаю. Можно его пускать. Вполне благополучно, тем более уже прошли этого. А дальше они будут есть все. Как-то они, правда, не очень активно все едят. Хм. Главное, чтобы сам танцор не помер, а? А почему здесь никто не появился? А, потому что есть растения. А нет. Ну давай, давай. На колючках не помирать, есть вот это быстро. Ну чё ж ты танцуешь-то на месте? Иди вперед, засранец, а?
Да, видимо, все-таки зомби-танцоры у меня полная фиаско будет. Хотя все-таки нет, вырастил, этот, я думаю, уже съест его. Главное, чтобы здесь еще кто-то вырос. Чтобы он не помер раньше времени. Да, на последнем издыхании все-таки здесь кто-то появился, но, блин, у меня стреляющий назад, и нифига не получается. Да, здесь, конечно, полностью проложал. Но вот это надо учитывать. Ну, хотел показать, что получится красиво, а красиво не получилось. Так. Ладно, тогда, соответственно, будем жрать вот этот вот магнитик. Но одну линию мы все-таки уничтожили. Это даже полезно, хотя, конечно, потратили на нее намного больше, чем надо было. Так, давайте-ка мы вытянем тупо этот магнит, потому что он мне мешает. И по остальным линиям пустим обычного зомби-шахтера. Зомби-шахтер у нас по этой линии принесет нам много солнца. Потому что, насколько я помню, да, его ничто здесь не уничтожит, он просто будет есть и есть. Так, пока он там ест, разбираемся с остальными линиями, не забываем брать солнце. Здесь, по сути, должен бы пройти, наверное, все-таки и зомби в ведре. Мне кажется, его вполне хватит. Тем более, магнитов у нас уже нету. Главное, чтобы он колючки прошел, потому что стреляющих-то тут довольно мало. А вот то, что его заморозило на колючке, это очень плохо. Вот за это я и не люблю эту... Как она называется-то? Кукурузу? Ну, в принципе, он пока идет довольно активно, довольно уверенно. Я думаю, пройдет. Да, здесь уже можно пускать маленького зомби, чтобы он съел наш мозг. Ай, блин, опять я по дурости своей пустил его не тогда, когда надо. Постоянно забываю, что у меня на этой линии кто-то еще остается. Ну ладно, давайте тоже этого, он будет идти долго, но уверенно, я так думаю. Замораживалки его не покоцают до самого конца. Просто он будет очень долго идти. Так, и последняя линия, по ней, в принципе, защита довольно сильная. Я думаю, можно даже зомби-футболиста просто пустить. Пускай он тут сметает все на своем пути. Так, сюда уже маленького зомби точно можно теперь. Я думаю, даже я еще один страйк вполне выиграю. Так. Это есть. Блин, а этот уже начинает выпучивать глаза. Я думаю, он даже не дойдет, блин. Значит, пока он не дойдет, по-быстрому пускаем еще одного, чтобы на него тратилось все это. Тратились все выстрелы, а этот все-таки дошел. Я думаю, этот тоже по-любому должен дойти, он не потратил времени на то, чтобы что-то есть, что-то еще. Но, конечно, затраты у меня довольно сильные получились. Даже как-то очень сильно обидно, я думал, что у меня будет денег вообще дофига. Да, и что-то выстрелы от ледяных довольно сильные, по-моему, они должны стрелять не так сильно. Ну, давай хотя бы одного съешь. А лучше двух. Ну да, это тоже был просто немножко недожеванный, так сказать. Так. Ну давай ты дойдешь, я верю в тебя. Ну дойдешь, дойдешь, дойдешь. У тебя еще рука осталась. Рука и пол ведерка. Четверть ведерка. Пол четверти ведерка. Четверть четверти ведерка. Да, есть. Съел все-таки. Выигрываем. Так. Да, ты даже разморозился под конец. Тебе даже не так обидно. Ладно, четвертый страйк. Здесь мы, что мы здесь сможем сделать? Здесь, блин, и магниты, и эти двойные стрелялки, тройные, и все остальное. Так, ну, в принципе, сначала мы, наверное, уничтожим магнит. Каким-нибудь образом. Ну, в принципе, да, наверное, магнит стоит вытянуть, потому что он мне как-то будет сильно мешать. Хотя, с другой стороны, в принципе, хватит и обычного вот этого. Я думаю, что его не успеют застрелить. Еще раз проверяем. Вроде по бокам ничего по нему стрелять не сможет. Даже звездочек нету на этом уровне. Главное, чтобы он успел вот эту вот стрелялку добить. Медленно идет, а мне постоянно кажется, что он будет двигаться немножко быстрее. Так. Ну давай, ты успеешь, я верю в тебя. Успеешь? Успел, это хорошо. Так, здесь у меня, блин, одно солнышко. Ну, наверное, сюда можно, блин. Вот на чем я лучше сэкономлю, если буду их поодиночке разбивать, или если зомби-танцора все-таки пущу? Ну давайте все-таки попробуем зомби-танцором пройтись.
Потому что мне же хотелось, чтобы у нас хоть было хоть один раз красиво. Главное, чтобы этот зомби-танцор задел это солнышко и съел его, а то потом придется отдельно все это выбирать. По этой-то линии его точно никто не уничтожит. Вот по этим вот интересно, он сумеет вообще что-нибудь нарожать полезное или нет. Так, здесь мы, кстати, пока что... Сильная линия, однако. Я думаю, по ней даже можно пустить нашего любимого футболиста, потратив, конечно, дофига денег на него, но зато... Хотя не, нафига футболиста-то, можно зомби с актера вполне пустить. Он подешевший, а эффект будет тот же самый. Хотя, ну да, что зомби-шахтер плюс этот стоит 175, что зомби-футболист — одно и то же. Ладно, давайте тогда зомби-футболиста. Все-таки с ним будет веселее. Хотя вот то, что он морозится, это плохо, но сейчас замораживалку я им съем, и все получится довольно быстро. Так, этот бежит, эти едят. Он даже приносит нам солнышко. Ну только ради по-правильному, чтобы я за этим солнышком не должен был еще кого-то посылать, а? Блин, все-таки уничтожен, не доели мы этот цветок. Давай, сделай кого-нибудь еще именно на этой линии, а? Будешь есть? Блин, не будешь, а? Придется все-таки маленького зомби посылать, чтобы он цветок доел. Даже не маленького, блин, а даже вот этого, потому что маленький на колючках положится. Ладно, давайте так. Хотя бы здесь еще одного родили, чтобы не посылать еще одного такого же, чтобы мозг съесть. Так, и по этой линии... Ну, наверное, еще одного футболиста, хотя хватило бы, наверное, и зомби в ведре для того, чтобы ее победить. Но, блин, здесь это... Все время забываю кукуруза, которая будет тормозить его, и я думаю, что по-человечески у нас ничего не получится. Так. Ну вот я говорил, он тормозит. И остается только ждать, пока он добежит. Я думаю, что он будет бежать довольно быстро, он же футболист все-таки. Ну, конечно, да, не очень быстро. Ну, давай, беги уже. Главное, чтобы тебя не заморозило вот здесь, вот, а тебя именно здесь и заморозит. Но все равно с него даже шлем пока еще не слетел, и он должен добежать. Блин, шлем уже слетел. Ну давай, 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 давай. Даешь. Да, страйк 5. Я не помню, у нас достижение было сколько продержаться? 10, по-моему. Хотя вот точно не помню, вообще в этой или мини-игре надо было 10 продержаться. Так, здесь у нас нету кто по бокам стреляет, нету магнита, который отнимет, если здесь пустить. Так что здесь, наверное, можно пустить вот этого зомби, и он вполне... Да ё-моё, ну чё ж ты то так-то, а? Это обидно, это досадно. Так, быстро, пока он приделан, пускаем здесь вот этого. Даже не вот этого, блин, а вот этого. Ай, снова не то. Я тебя вытяну, ты меня раздражаешь. Ну давай, не успей добить пока что, а? Да, не успел. Хотя бы магнит, я думаю, я им съем, а если повезет, то и этот грибок, и вообще линию зачищу. Но, конечно, чувствую, я не очень мне повезет. Хотя... Ну давай, ты же можешь. Ну быстро жуй, жуй быстрее. О, правильно. Так, звездочек нету по-прежнему, все у нас нормально. Так, по этой линии... По этой линии нам хватит, я думаю, зомби в ведре вполне и вполне. Здесь, конечно, это двойная стрелялка и вот это, но это, я думаю, победим. Так, здесь по-любому зомби в ведре нужен. Он, в принципе, выживет, я думаю. Здесь... Но я буду не оригинален, и, наверное, тоже зомби в ведре. Так, ну блин, все-таки успела, а не успела тебя съесть все-таки. Кинула своим маслом. Так, а здесь вообще, я думаю, выгоднее будет... Хотя не выгоднее, здесь, по сути, зомби-футболиста можно пускать, и ничего страшного не случится. А здесь, блин, все-таки уничтожили, а? Я даже не ожидал. Ну ладно тогда. Отдайте, не будем жадничать, давайте просто вытянем это и пройдем обычным маленьким зомби эту линию. Да, вот так вот.
Блин, а здесь он будет идти долго и долго. Я даже не знаю, футболист у нас выживет или все-таки тоже помрет. Так, солнышки. Блин, ну давай уже, я сейчас эту еще кукурузу вытяну. Блин, я по-любому ее вытяну, она меня раздражает. У меня уже зомби без руки и без шлема. Блин, убили все-таки, а? Кто у нас тут быстрый? В принципе, вот этот быстрый, но не знаю, успеет ли он добежать или нет. Давайте сюда и сюда тоже в ведре пустим. Проверим сначала на этом, дойдет ли в ведре. Я думаю, все-таки должен дойти. Ладно, не буду я тратить время, а то я потом еще потрачу 30 секунд, чтобы этот дошел потом до сюда же. Но будет очень обидно, если их тоже победят. А то у меня вообще солнца не осталось, и я думаю, я тогда проиграю просто бесконечно. Вернее, на этом бесконечном уровне. Так довольно быстро. Идете? Глаза уже потихоньку выпучиваются, выпучиваются. Он... У этого язык свешен, у этого не свешен. Так, да, одну линию мы по-любому пройдем, вторую, я надеюсь, тоже. Кукурузы не осталось. Блин, а солнышек-то у меня тоже нет. На что я буду сажать на следующем уровне? Непонятно абсолютно. Ну ладно, давайте. Хотя бы этот победим. Так. Этот прошел, этого остается только ждать так чисто по времени, чтобы он прошел. То, что он по-любому пройдет. Да, уже отморозился, пошел быстрее, тем лучше. Ну, заодно мы хотя бы здесь денег позаработали. Вот, 1000 даже. Да, а тут солнца нет, ничего нет, непонятно, что делать. Ну, давайте тогда вот... Блин, вот эта двойная стрелялка мне абсолютно смешает все карты. Ну ладно, давайте сюда вот эту. Я думаю, я надеюсь, что он успеет съесть целиком этот цветочек. Да, успел. Больше он ничего не успеет. Так. Здесь мы можем тоже, наверное, пройти. Я думаю, даже успеем. Хотя, блин, нет. Надо бы что-нибудь такое, 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 прям вот такое. Ничего такого нету. Ладно, давайте хотя бы... Хотя бы подсолнух съедим. Ну что-то я чувствую, он даже до подсолнуха не доползет. Обидно. Чё ж тогда тут-то делать, а? Ну давайте вот так вот, например, примерно. Кстати, долго он жевал. Я даже не помню, что он так долго жует. Так, это потратилось, это правильно. Блин, а на футболиста у меня даже не хватает, а? Ну ладно, давайте. Давайте, давайте. Давайте шахтером здесь пройдем. А не, шахтером здесь нельзя. А здесь шахтером можно или нет? Все-таки шахтер дороговатый, хотя ромбик ровно как зомби с ведром стоит. Давайте все-таки зомби с ведром тогда у нас здесь пойдет. Не знаю, повезет ему или нет. Я думаю, мы очень близки к проигрышу. Кстати, я не прав был, надо было сюда кого-то посылать. Здесь бы уж точно успел съесть этот подсолнечник. Но сейчас мы немножко денег получим, и я думаю, и там успеем пройти. Еще немножко покарабкаемся. Так, ты у меня даже съешь, похоже, всю эту линию. Даже молодец. Так, а здесь таковое, блин, здесь у меня магнит. Магнит это очень нехорошо, хотя здесь у меня всего лишь вот это вот. Но непонятно, непонятно, успею я вот этим зомби с конусом пройти или нет. Ну давайте попробуем, так или иначе. Если он... А, здесь, блин, еще этот боковой стрелочник, стреляльщик. Боковое это плохо. Так, ты пока что уничтожаешься на своем пути, может даже дойдешь, кстати, на удивление. Если тебя здесь быстро не застрелят и не остановят. Так, ну давай, иди, 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 успеешь, иди, успеешь, успеешь. Ну давай немножко еще, съешь магнит хотя бы, съел, е. Блин, звездочка началась. Так, он даже эту съест, но здесь его звездочка, скорее всего, застрелит, когда он мозг начнет есть, да? Нет. Эту линию мы, значит, зачистили.
Так, вот это вот у меня остается очень неприятная линия. И солнышек у меня не осталось. Ну, в принципе, все, можно считать, что мы проиграли. Так что... Ну, давайте хоть по-красивому уничтожим всех здесь, где сможем. Блин, было бы у меня еще 175, я бы... Хотя нет, зомби-футболисты эти зубастики по-любому бы съели, так что же не получилось бы. Так. Ну не, все, вариантов не осталось, к сожалению. Можно единственное, что попробовать, это... Блин. Землекопом тоже не получится. Ну, хоть денежку взяли, и то маленькую. Ну, хоть какую-то. Так, ладно. Давайте съедим, что сможем. Пустим еще одного футболиста, и пускай он тут подрывается на мине. Ой, обидно. Я думал, пройдем дольше. Дальше. Дальше, длиннее. Прям вот послал на верную смерть. Мне перед ним так обидно. И он еще будет долго-долго этот орех грызть. Но попитается хоть перед смертью. Давай. Либо ты помирай, либо ты выигрывай, а? Ой-ё. Ладно. Наверное, как раз на этом фоне я с вами попрощаюсь. Скажу о том, что была это у нас первая попытка «Я зомби бесконечного», был от курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. Нет, пробовать снова я не буду. Выйду в главное меню. Максимальный страйк 6. Да, был от курящий из окна. До свидания. Пока.